15 мая – Международный день семьи. В связи с знаменательной датой городское управление здравоохранения организовало марафон любви. Спортивное мероприятие, которое впервые состоялось в нашем городе, приняли участие более 30 семей. Мужчины бежали 1200 метров, а женская половинка – 800. Кроме того, в программу включены различные соревнования – прыжки в длину. Такие меры, по словам организаторов, помогают супругам стать еще ближе и укрыться от домашних хлопот. Один из участников, Азизхан Камильжанов, занимается бегом уже 15 лет. Он тренер в спортивной школе номер 2. Ранее участвовал в марафонах Шымкент, Алматы и Тараз и занимал призовые места. А сегодня они с супругой приняли участие в марафоне «Любовь». В эстафетном забеге на 2000 метров и заняли первое место. Мы решили принять участие в марафоне, решили не ради побед, а просто для себя. Почему нет? Важно заниматься спортом, нужно всей семьей заниматься. Спасибо всем, кто организовал этот конкурс. К слову, такой конкурс проходит в Шымкенте впервые. В Акимате пояснили, что подобные марафоны любви будут проводить теперь на регулярной основе. Главная цель – привить единство и сохранить семейные ценности. Жалпы бүгін 30-дан астам қазіргі отбасы қатысып атыр. Көбінесе өзіміздің осы. 30 семей изъявили желание принять участие. Для победителей мы приготовили призы и подарки. Такие марафоны будет проводить регулярно. Решением жюри гран-при получила пара Камильжановых. Они стали лучшими в своей дистанции. Кроме кубка и диплома, пара получила массу незабываемых эмоций. Отметим, что по окончании соревнований победители марафона любви были награждены специальными медалями и призами. Ажина Рапова, Слубик Мансурхан, новости.